Возможно, уже скоро для обозначения в тексте российской денежной единицы не придется больше писать «руб». Три буквы превратятся в один символ. Поучаствовать в его выборе можете и вы. Предложения ввести символ российского рубля, как, к примеру, есть у доллара, зазвучали еще в середине 90-х. И вот теперь из более 1000 вариантов обозначения российской валюты специальная рабочая группа отобрала 5 финалистов. Они размещены на сайте Банка России. Там же можно проголосовать за понравившийся вариант или против всех. Интернет-общественность уже встретила эту новость бурными дискуссиями. Нужно выбрать твердый знак, символ, которого нет в других алфавитах и как бы символ твердости валюты. Мне первый больше нравится. Я бы выбрал вариант как первый. Только латинскую букву «Р». Иначе другие страны будут думать, что у нас валюта публь. Двойная черта – принадлежность аббревиатуры «доллар». Отсюда следует, что все варианты с двойными чертами – суть проявления невежества или преклонения перед чужими денежными знаками. Так или иначе, общественное обсуждение продлится до 5 декабря. Ольга Пырочкина, Республика.